всегда не очень доволен игрой, потому что команда не всегда делает то, что она умеет. Вот. Но результат есть налицо, результат из двух игр две победы – это хорошо. Мне приятно было сегодня видеть команду. Приятно было видеть сегодня Ксюху, то, что она была главой команды, Машу Вадееву, что она была стержнем команды, и вокруг этого все крутилось. Очень приятно было видеть то, что мы играли сегодня именно в тот баскетбол, который мы работали, еще раз говорю, месяц назад. Мы начинали и подходим вот именно к сегодняшнему дню. Завтра будет другая игра, вернее, послезавтра будут по другие установки, но я сегодня доволен рисунком игры. Это все будет лучше. Лучше мы хотим быть. И будем отдаваться по полной. Я уверена, я за всю команду это говорю. Я уверена, что все девчонки будут выходить с боевым настроем и показывать тот баскетбол, в который мы можем играть, который мы должны показывать с каждой игрой все лучше и лучше. По поводу Хорватии могу сказать, что они все шутеры, они выбросили очень много дальних бросков, вот, и это, конечно, немного было для нас тяжело, но мне кажется, мы сыграли классную защиту, мы помогали друг другу, мы играли командно, и также в нападении мы нашли очень много также открытых бросков. Я думаю, что это все-таки благодаря моей команде, которая вчера меня поддержала, и они также нашли мои очень много открытых бросков, поэтому... Мне кажется, это заслуга всей команды. Так, в защите вообще боролись, умнички вообще все, выложились на 100%. Да, какие-то свои броски не забили, но у нас еще есть время реабилитироваться, и все свое забьем еще впереди. Ну, у нас есть парочку секретов, конечно, мы не будем их раскрывать, но мы очень стараемся, чтобы у нас была команда сплоченная, мы все для этого делаем, и тимбилдинг у нас тоже есть, и поэтому... Вам спасибо. Нет, к сожалению, удалось не так сыграть чисто, как нам хотелось бы. Пропустили все-таки очень много в быстром отрыве, пропустили очень много трехочковых, хотя на этом тоже был акцент. Но в целом тренер похвалил, сказал, что игра была муа. Но это еще не все, что мы можем, поэтому смотрите, болейте, переживайте, мы еще себя покажем. Судья мне показывает рукой. Я думала, мне показывает, куда нужно мяч вынести. Иду такая. Она мне показывает, я такая думаю, что это? Смотрю, а там вот такое насекомое, вот такое. Я испугалась, такая, нет-нет. Я так поняла, что она хотела, чтобы я его взяла и убрала. Я такая, нет, спасибо. И потом сказала тренеру Хорватии, он вышел и сдавил его всего, и так жалко стало. Это был стрекоза? Да, стрекоза была, вот такая большая, такие крылышки красивые были, зелененькие.